Всем привет! Очередная мокораспаковка. Значит, полезная штукенция пришла. Не знаю, насколько надежная и полезная, но ссылка на нее будет также внизу под видео. Скажем так, первый шаг в сторону противоугонных систем. Вот такая вот хрень пришла с замком. Реальная цепура. Заглянуть можно хоть? Не. Защищена тряпкой, но скажу откровенно, цепь чувствуется вполне нормальная. Понятное дело, что чем-то ее можно будет перекусить, перехерячить, но о, слышно, как звенит. На какое-то время похитителей она, думаю, остановит. Поэтому, если вам интересно, ссылка будет на это чудо внизу под видео. Внизу также под видео пишите, какую вы используете защиту на мотах против угона. А, значит, ставьте лайк, если видео оказалось полезным. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.